Чё порвался-то, маленький? В чем причина тряски? До самого конца. Вообще, вы знаете, в чем прикол гонки машин разных классов? Да здесь, блядь, три разных зачета, сука! Я 4 часа это объясняю, блядь, все равно приходится повторять, как мартышка, нахуй. Они борются между собой. Блядь, спорт-прототипы, GT4, Туринг между собой борются. Здесь 3 победителя будет, блядь. Как можно, в принципе, вообще быть не обезьяной и не, блядь, и задавать такие вопросы? Как можно это не понять в нулевой секунды? Извините, чуваки, простите, я реально не понимаю. Ну, это ж, сука, на поверхности, нахуй. Так, 2 разных машины. А почему они гоняются в одной гонке? Сука, ну ты чё? Чел! И такое чувство, что здесь тоже или возгорание, или сработала система. Да, возгорание! Посмотрите, сзади пламя объят огнем кожух капота, да, капот. Здесь пожарник тут же тушит заднюю часть автомобиля БР-03. Это Александр Смолин, Кирилл Смал. ВТСС это ТСА. Ой-ой-ой, бля! Ой-ой-ой-ой-ой, номер 88! А это напарники по команде столкнулись? Или мне показалось? И вот момент, вообще непонятное смещение 16 номера. Кстати, ну едь ты и едь дальше, смотри, что делает. При этом, при всем, вот эта самая тупая глупость, поворот-то требует совершенно другого от него. Он просто вообще совершенно невнятно поехал. Поворот левый. Ладно бы, если поворот был правый, и он просто пытался себе лучшую траекторию нахоботить. А он просто реально выдавливал их с трассы. Ну и в кузовных гонках, если что, контакт — это нормальная тема. В кузовных гонках можно так немного пободаться, но не так сильно. Смотрите, даже кровь трансформера полилась из машины. А почему недовольные отзывы? А, что за это просят деньги. Все, давай, на работу, блядь, устройся. Пойду куплю это DLC. Поехали. А, мне не хватает денег, я тоже должен устроиться на работу. Мне не хватает 50 центов. Наши бегут с поля боя! Какой позор! Ну давай, блядь, не души только, а! И так тяжко, он еще и какой позор! Блядь, одни лучи... Ну, сука, вот это меня расстраивает очень сильно, это позор реальный. Наши бегут с поля боя! Ебало, накрой, блядь! Позор! Алло, нахуй, дай посоображать! Блядь, просто, иди сюда, балбесик. Иди ко мне. Иди ко мне. Смотри сюда в камеру. Вот сюда смотри. Вот сюда смотри. Луни, луни, луни. Вот сюда. Вот. Новый влог от Шевцова. Ребят, ну хорош. Но очень низко с вашей стороны. Так шутить. 6 сентября Вселенная расщепилась на 2. Прямо сейчас, параллельно с нашим... Поехали! Существует... Жень! Можешь принести фольгу? И очки твои! Тут Вселенная расщепилась! Делай мне шапку. Тут Вселенная расщепилась. Вселенная описывается единой волновой функцией. Говоря еще проще... В мире Майнкрафта, где чудеса, снова я... Давайте аниме опенинг. Снова я иду за кварцем, друзья. Снится он мне ночью, снится днем. В каждом блоке, в каждом камне он. Кварц, кварц, ты моя любовь. Лучший материал. Покупаю литр пива, открываю мелостримья, и немножко я пивком закинулся. Для чего я сам не знаю, за 100 рублей я мэм кидаю, и немножко пьем я закинулся. Тут немножко поразмыслив, на аук я кинул 1000, и немножко пивом я закинулся. Челик лоб перебивает, 1000 я еще кидаю, и немножко пивом я закинулся. В общем, вечер был беспечный, проебал я 1010, и немножко пивом я закинулся.
Дисней. Вообще, в последнее время бабок жалко на игры, чуваки, я не знаю. Я раньше был потреблядью жесткой, думал, что то, что я покупаю игры, то, что я покупаю скины, то, что я покупаю батл пассы, помогает разработчикам и прочее, прочее. Думал, блять, какой же я nice guy крутой, индустрию поднимаю с колен. А на самом деле нихуя, на самом деле я просто разгонял рыночек, как и все потребляди разгоняли рыночек. И рыночек порешал в сторону еще больших цифрок. Ему только цифры-то и нужны. И теперь я раньше никогда не бэкал игры. Даже если я поиграю в нее час, я не буду ее бэкать. Я, типа, если она мне нравится, но я почему-то в нее не играю, я оставлял игру в библиотеке просто как уважение к разрабам и так далее. Но сейчас нихуя подобного. Я сейчас, если малейший кал вижу, я бэкаю, блядь, сию секунду. И покупаю намного меньше всего. Ну, просто заебало. Реально просто заебало. Взять такого, чтобы у них жопа треснула просто. Мне как будто хуй на носу. Мне как кто-то хуй на нос положил. Все. Ну такой получился. Возраст остав... Дайте... Нет! Нет! Что я наделал? Оп! Господи! О чем я думал? Я не хочу жить. О, нет. Нет, нет, нет. Денис и Аня завидуют твоему ребенку, потому что ты будешь 3 часа его лицо туда-сюда мять, чтобы получилось нормально и тебе понравилось. Да не нужно мять его, просто ему надеть нужно такую фиксирующую маску стальную, которая будет формировать его лицо, то есть одним областям запрещать расти, а другим разрешать. То есть формочку такую... Понимаете? Просто лицо формочку нужно. Чуваки, я должен признаться, каждый раз, прежде чем я прохожу игру на стриме, я прохожу ее вне стрима. Это правда. Я каждый раз запылесошиваю игру, прохожу ее вне стрима, а потом делаю вид, что вижу все впервые. Вон тот толстый пусть попрыгает, ему полезно. А только он... А пусть прыгают все. У нас же коммунистическое общество. Прыгают, мать их, все! Да понял я, Subway Surf! Понял, хватит! Понял! Смешно, гусь! Он смешной, потому что ругается! Я понял! Хватит! Да, пара дырочек. Да, пара дырочек, но это не делало эту футболку плохой. Кристина говорит, выкинь футболку. Я говорю, она мне нравится, мне удобно. Говорит, выкинь футболку, ты как бомжара в ней выглядишь. Я говорю, мне нравится, мне удобно, она дышит. Она говорит, выкинь, выкинь. Я говорю, нет. В какой-то момент подходит ко мне на кухне, берет и нахуй рвет эту футболку через дырку. Ты можешь себе представить? И говорит, а теперь будешь выкидывать? Я такой, ах ты, блин. Представляешь, просто подходит, рвет на мне эту футболку. Жесть. Да, блядь, откуда у меня? Как он меня вообще увидел? Сейчас я гляну. ХЗ. Я тоже не понял, он с глушителем, походу, был. Потому что я же на горе, его снизу не должно было видно. Блядь, да. Там на реплее травы вообще нету, я поэтому просто как червяк там по горе вошел. Я тебе про это и говорил, когда ты в прошлый раз полз. Ну, здесь все, это легко. Да ты шу... Все, мне пизда. Чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители,
что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Подозреваемые готовы к управлению правосудия. И позволит ли нам размножаться? Отвечать на каждый вопрос. Да на пиво, на пиво, на! О. Нифига. Тут одна нет. О. 84 Джорджа Оруэлла. На крышу! Нельзя терять ни минуты! А что такое? Помоги! Что такое? Бегите! Где? Блядь! Стой! А! Давай сюда, быстро! Ага, все, это... А ты как? Быстрее! Сюда, Гордон. Узкая слишком. Получилось? Готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Где моя игрушка? Как в смысле? Ёб вашу налево. Я впервые их, кстати, подпираю чем-то. Я просто подумал в этом прохождении. О, что, наверное, их можно подпереть. Там же основная причина, то, что они врубаются, это падают. И вот тут вообще прям хорошо сработало. Юзя пробегала тут кабанчиком и увидел первый Half-Life на стриме. В связи с этим вопрос, нахуй ты в это старо древнее говно мамонта играешь, когда есть богоподобная Black Mesa? А, это пиздец, мужики, яхую. Спасибо большое. Не, Black Mesa, может, и выглядит прикольно, но это кал. Тот же вопрос. Блять, что ты сделал, я скат? Ёбаный... Еще не все вышло из строя. Сусисес. Я помню, когда английский изучал, я вот сусисес так и читал. И я такой, и как же я удивился, когда впервые услышал, как правильно, типа саксес. И я такой, что? Блять, что? Английский вот такой, типа не так просто. Окей. Все дальше.
100 способов умереть. Погнали. Чусики, доброе утро. Просыпаемся, котятки. Просыпаемся. То есть мне отдельно запускать Steam VR просто на компе, без этого, без Oculus приколов. Сессия шлема не соответствует сессии Steam VR на основной компьютере, перезапустить приложение. Какое конкретно, блять? Я сейчас нахуй разобью эти очки. Абоба. Иви. Блять, уйди нахуй, уйди, пожалуйста, тварь! Сука! Дегенерат ебаный, блядь! Это пиздец просто. Блядь, какие же дегенераты в эту игру играют? Ёб твою мать. Гитман. Гитман. Это Гитман, короче, это с Твича вообще стример. Да, Твич стример. Да, Твич стример, но он вроде бы натаскался. Простите. Но он в Зоде не играл же. Ну, так ему сейчас попадется какой-нибудь шотник, и шотник его научит. То есть у шотника даже обезьяна с гранатой начнет нормально играть. Ну, первое сообщение Гитманов, когда его добавили в конфу. Ребят, соболезную тем, кому я достанусь, короче. Удачи вам, без комментариев. Кот на арбузе. Вы видите? Мне так понравилось. Вот мои песни, они супер мужские. Короче, мы споем с вами вот эту мужскую песню, типа To all of you American girls. И она, бля, говорит: а я подумал, это эта песня. Take me to New York, I love to go someday. Take me to New York, I love to. Да нет, ну там тут American boy. I really want to. Ну, и теперь сравни. American girls in the movies. Бля, я хочу трахнуть, писечка, блядь, очко видно. И ты поешь про American boy. Причем самую тяночью песню. Потому что есть American boy. Побуду с тобой. Крутиться будешь, как енотик? Но если бы я смогла, я бы покрутилась. Можете сделать меня. Как енотика. Все спасибо, все свободны. I want to break free, 5. Я походу понял, тут какой-то этот, как его, какой-то чехол, что ли, нельзя. Блин, какой долбоеб, это просто пиздец. Там какой-то чехол на игле был, и я вместе с ним пластинку просто бахнул его, типа. Ну да, снимите защитное устройство. Покрути туда-сюда пластинку, да. Блин, DMC же, ёб твою мать! У меня же весь звук не записывается, только микрофон записывается. Вы хотите, чтобы меня забанили? Но сделаем какую-то полочку с пластинками, наберем какую-то коллекцию. Как вам такая идея? Чё, Гудок, это ты? Реально? Реально, блядь! Прикол.
Гу, умрем кто-нибудь быстрее, быстрее. А сколько у тебя часов, мэр? 9000 с копейками. Ты кто? Нормально, нормально. Бля, ты такой позитивный, пиздец. Пиздец, я в ахуе. Не, я не позитивный, я безэмоциональный. Мне просто уже похуй. Это только гринд, понимаешь? Сейчас проиграл, next выиграю просто на full fox. Блин, скажи что-нибудь про мою мать, пожалуйста. Не, зачем, Гудок? Я всю жизнь к тебе хорошо относился. Да, блядь, я не могу так слушать! Ты знаешь, вот не буду тебя обижать. Ну, не считаю я тебя самым сильным игроком на этой вираге, но ты приятный человек, с тобой играть приятно. Смотри, какой большой, блин. Просто половина папы уже. Уже половина папы, блин. Забудет ботал тебя, братан? Ага. Дальше сам. Так, здесь алыним. Ты зачем эти рамки-то себе навешиваешь? Обычный ты работяга, необычный. Нихуя ты необычный. Ты уникальный, блядь, и у тебя все получится. Кто тебе говорит, что ты обычный? Шли их нахуй. Ебучий случай, блядь! У него туз-дама. Или я в покере нихуя не понимаю. Или два валета. Туз-дама, два валета. Блядь, если вы, блядь, нихуя, то нихуя, понимаете? Вот, блядь, нихуя. Если вы не понимаете, почему у него туз-дама, то ну нихуя не надо, блядь, тут говорить под руку, понимаете? Вы должны четко понимать, против какой конкретной руки вы сейчас играете. У него, естественно, туз-дама и ничего другого, блядь. Да, я еще заложил там 5% на туз, на два валета, но здесь, очевидно, это была чистая туз-дама. Смотрите. Сука, сейчас я тебя застрелю, ёбок. Так, давай, я ставлю полтос. Если, блядь, он выигрывает на стрите, я его застрелю нахуй. Okay, then. I'll place a bet. I'm gonna call it. Hey, вот и всё. С победой, блядь. А чё, в смысле? Тут это... Бабажи. World. Тут прицел сбит, наводчик контужен, как говорится. Ну нет, стойки. Понял. Это, ну... Что могу сказать? Ой-ой. Это что, блядь? Разраб! Что это, блядь? Что это за телепузик, блядь? Просто, ну, смешно то, что... Ебать! У нас игра, нахуй! Делаем, как хотим! Нам вообще похуй на всех! А потом, ну, блять, ладно, уменьшим инерцию, уменьшим это, добавим то, ладно. Только играйте, пожалуйста. Ты теперь так и будешь в эту парашу играть, что ли? Так, погодите, а у меня категория с кейфром тарков, что ли, стоит? Василий Иванович, объясните, чья арена брикаут лучше Таркова. Ну, Петька, тогда снимай штаны. Петька снял штаны, Чапаев засунул ему хуй в задницу и говорит приятно. Не очень, зато бесплатно. Спасибо. Здорово, геймеры! Вау. Найс шот, бро. Чтобы не заревайвал своего подругу сраную. Так поднасрать. Пиздец, я по нему стрельнул. Прошло секунды полторы. Я вышел его репикать, и он умер. И, ну, типа, у меня просто патроны кончились, блядь. GG's. Для него пиксели важнее того, чтобы поделиться с другом даже радостью за то, что ты нашел
LDX там видеокарт. Настолько вот той, типа твой друг подонок, то что он прям. Если он узнает, то что у меня LDX, он может его попросить, а я не хочу давать другу LDX, потому что я крыса. И вот, вот, ну, это твой друг. Dios, estáis acojonados o qué os pasa? ¿Queréis tirar para adelante, cojones? Что-то какие-то тут, ну, не особо дружелюбные ребята, походу, в патио у меня собрались. Человек что-то объяснял, пытался донести, а ему просто, ну, закрыли рот. Enemy eliminated. Как же он? О, да, eliminated. Мы его разъебали, нахуй. Он там прям чувствуется под чем-то. Ну чё, ребят, пошли дропсаем. О. Так, погодите, я разговариваю с игрушкой. Sorry. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Камона. Классно то, что вы меня нашли в этой картотеке. Привет-привет всем, ребят. Привет-привет. Помогите мне, блядь, я на втором этаже, меня лутает, я твою мать, блядь, скорее, нахуй. Бегите, блядь, забегут ему помогать, блядь, он меня тоже убил. Блядь, помоги мне, он на втором этаже, да бегу, бегу, уже бегу тебе помогать вовсю, да, я его убил, вот это мы молодцы. И там четвертый еще, блядь, бежал нахуй, ай, бля, боги. Но для меня все очевидно и понятно. Арена Breakout Infinite — это кал. Почему? Потому что это игра для социоблядков. Я, как, ну, Сигма крутой, не могу играть с ёбаными рандомами, потому что ёбаные рандомы — это тупые овощи, блядь. Друзей у меня нету, которые бы играли в Arena Breakout. Да я и как бы и не хочу ни с кем играть, ни одному интереснее. Все, я удаляю этот пост. Я удаляю этот пост и пишу то, что Арена — говно. И кто будет спамить эту пасту, того я буду просто пермачом банить. В Арене 90% случаев смерти виноват ты сам. Игра не залагала, не было рассинхрона, просто ты не увидел, услышал чела, пати. Плохо пострелял. Либо пострелял хорошо, но дешевыми патронами, и тебя убили. Хуйню говорит чел какой-то. Полностью не согласен. Чё-то, ребят, я вернулся в Тарков, чё-то... Фу, я не знаю. Как будто бы чё-то, ну, моему желудку не понравилось что-то. Хаунтед. Че насосался хуй варенье брикдауне своей. Как шлюха побитая пришел обратно в Тарков. Говнилова говнил, банил меня, блядь. А сам сейчас переобулся, черт ебаный. Спасибо. Одного ранил. Еще одного убил. Меня стреляют. Еще одного убил, один остался. Еще... На мне около автобуса. Понял. Убил. Разъебал, тупо. Убил троих. Ебать, они как тараканы повыбегали нахуй. You're just flying for me. Fucking Harry Potter. Игра заебись, очень нравится, очень доволен, жду фулл-релиза, буду в нее играть, буду кайфовать. Игра бенгер, разъеб, охуенчик, пиздатая, охуенная, вообще, бля, четко нахуй. Найти источник. Денис, тут а какие-то... можно ли эти подсказки надоедливые выключить? Да мне кажется, они не надоедливые. Тут какие-то страшные вещи происходят.
Немцы бегут по лестнице и падают. Ну, получается, диван — это батя кресла. Лавочка — это батя стула. А скамейка — это батя табуретки. Правильно все? Ну, опишите, что такое атаманка, давайте. Софа — диван без спинки. А я думал, софа — это диван по-английски. Опа! Бля! Лапки. Ой, ты мой нежный! Держи. Чё ты... Кормушка сработала. Если вы говорите, что это очень нужно. Филь, ну не выкапывай меня. Давай мы с тобой сядем как-нибудь прям так. Вот так вот. Я подъеду сюда, да. Вот тут тебя жопу зафиксирую, а тут буду тебя чесать. Это успокоительные чмоки, Филя. Просто даешь ему вот так ладошку, он ее копает. Ты куда? Кабан. А, щекотно! Пятку не копай! Извините, это сейчас жестко. Dead Space какой-то пошел. А, ребят. Поговаривают, что корейцы, создатели игры, прогнулись под недовольных откровенными костюмами игроков. И закрыли откровенные костюмы, добавили там какие-то сеточки, еще что-то. Да, ребят, можем наблюдать на экране, насколько сильно корейцы прогнулись под недовольных игроков. Вот примерно вот так вот они прогнулись. Еще есть, мне нравится вариант, вот такой, конечно. Тоже, ребят, мы видим жесткий прогиб корейцев под недовольных геймеров. Пора немножко охладить ваш пыл. Слушайте, с такими ногами длинными медведь очень страшно выглядит. Какой-то слендермен. Так, ребята, у нас с вами волшебный кубик, и поэтому, ребят, я сама решаю, куда встать. Раз, два, три, четыре, пять. Я, ребят, решаю, что я, ребят, хочу кинуть кубик на пять. Вот. У меня, ребят, волшебный кубик. И мы с вами 96-й, ребята, стоим на 101-й. Это, походу, дроп, да? Блин, плохая игра выпала. Из всего, что могло выпасть, выпало плохое. Плохое. И мы с вами откатываемся назад. На 26 апреля 1986 года. Ой, это мой ДР, когда случилась Чернобыльская АЭС. Это мой день рождения. Каждый ДР, ребят, захожу в интернет и вижу новость, как умерли люди. Выпала на территории так, конечно, СССР, да. И потом открываю поздравления с днем рождения после этого. Америки. Пиздец вообще. Последствия аварии оказались настолько вот серьезными, такое. Что... Так ты здесь впервой? Да. Я вот тоже недавно пришел. Азот меня зовут, будем знакомы. Кислород. Я в технике разные копаю. Сделаем с собой закись. Что хочешь, отремонтирую. В военном городке генералу приходит жена капитана и говорит: товарищ генерал, я нашла в кармане у мужа лифчик. Ну, как мне быть? Давайте мне, я сам разберусь. Вечером генерал возвращается домой. Забыт в кармане лифчик, находит жена. Дорогой, ты такой шутник. А я все думаю, где я его оставила? Вот, да, ребят, вот этот анекдот хороший. Ребят, это вам сердечко, вот. А это, ребят, кому не нравится сердечко, это, ребят, есть два типа людей, вот. Кому, ребят, сердечко, а кому не сердечко, так скажем, вот. Вы на каком стуле? Это пиздец! Мы его отпиздили. У него было 4000 хп. Он призвал 3 гандонов и был все равно обоссан. Вы чё, блять? Вы чё, нахуй?
Что это, блядь, такое? Все, сейчас повезет. Сейчас будет круто, сейчас будет круто, сейчас будет круто, сейчас будет круто. Сейчас будет круто, реально, пиздец. Надела панаму, все сразу поменялось. Встаем на финиш. Let's go. Так. Так, встали. Гритингс, ребят. Я вас поздравляю. Играем в Гритингс, получается. Блять, я тоже голописик. И чё? Это всё? Ребят, ивент окончен, я победила. Чё за хуйня? Так, не поняла. Это всё? Чё? Вы вообще видите, что они творят? Это Майкл Джексон поздравил меня с победой. Реально? Ну, я могу вот так. В честь победы. Вот так в стиле. О, о, нормально. Это победный танец, ребят. Берем пятеру. Блять! Это пиздец! Опа! Вы чё? Я вы... Что? Давай попробуем. Я могу дать тебя без... Давай. Спасибо. Я спасла, я спасла. Мы встретили неприятеля. Дядька, блядь. Аж трое, блядь. Чё, карлик, не допрыгиваешь? Чмо, блядь. Подрасти сначала, чтобы по ступенькам подниматься. Да, брат, ну бывает, бывает. Главное, не расстраивайся. А что это? Че это? О, бля. У меня! У меня хуета! Ой, бля. Ладно. Бля. Ша-ша-ша. Да, это хуета опять взялась. Ебать тебя туда и сюда и... Пиздец, а где она вообще? Что это, не надо? Тихо. Бля. О-о-о! Тихо. Спокойно. А ты зачем эту игру запустила? Ты играть в нее не умеешь. Ты зачем это стримишь? Ты кому это будет интересно? Но с Богом. Сейчас это считается. А может сделаем правило, что змеек не существует, чуваки? А давайте сделаем правило, что змеек не существует. Блин, это пиздец же. Но... Ладно, допустим, если бы я была ассасином. Я, нет, я, чуваки, ну я ебала в рот, ну без негатива, ну, блядь, ну это не смешно нихер, ну, чуваки, блядь, ну и потом спрашивают, Фаль, как-то не прошла Тянукус, блядь, ну посмотрите на это дерьмо, блядь, Тянукус закончился, я, блядь, пуль дойти не могу, он закончился, чат, он закончился, а я не могу дойти до конца, просто, блядь, ну не везу, я просто невезучая. Вот что за смайлик Аутопокет? Я не знаю. Кап опять. Этот знаю. А что, похоже было? Ребята.
Варя, бля. Как? Какую область мы должны присоединить к России? Выборы. Выберите лучшую шутку. А ты куда? Там ведущий. Мне хватит уже. Это пиздец. Будет гораздо лучше, если написать на вывеске из гостиничного номера «Не беспокоить». Я... Ладно, народ, время голосовать. Значит, а кому-то реально дал код. Люблю. Somebody once told me the world is gonna roll me. I aim the sharpest stool in the shade. She was looking kinda dumb with her finger and her thumb in the shape of a nail on her forehead. Нет, там какие-то другие аккорды. Forehead. Well, the years start coming and they don't stop. Да нет, я не древний рус. Я современный рус. Эшкере!